Сегодня я из заснеженного парка. Вчера я шла по этому парку из университета домой, и здесь ничто не напоминало о приходе зимы. Вообще не было такого ощущения, что это уже середина второго месяца зимы. То есть травка зеленела, солнышко блестело, все лужи растаяли. Все было совершенно не так. Но за ночь случилось настоящее маленькое чудо. Когда я утром выглянула в окно и увидела, что идет снежок, и все покрыло тоненьким, но слоем снега, конечно же, у меня настроение поднялось, стало таким поэтическим, что я быстренько нашла подходящее стихотворение и хочу им сегодня с вами поделиться. С большим опозданием, но пришла к нам зима все равно. За ночь снег несмелый припорошил картину белым, и серый эскиз природы сменила на зимний погоды. Ветки слегка опушила свежестью нового года. Шапки деревьям надела, бусы кустам подыскала, а снежный покров на дорогах кистью следов расписала. Взбила сугробы подушки, жемчуг добавила в иней, только рябины-веснушки пятна на зимней картине. Взгляд притих, спугнуть боится нежную сладость мгновенья дивной серебряной птицы, хрупкие грани творенья. Мне это стихотворение очень понравилось, надеюсь, что и вам тоже. Не прощаюсь, до встречи в эфире, с вами была Елена Ивановна.